Мама, а что такое дружба? Дружба – это настоящая ценность. Ее не так легко найти. Можешь всю планету обойти, и дом дружбы встретишь на пути. Мама, смотри, там дом дружбы. А может быть, я там найду себе друзей? Здесь так здорово! Мы каждое утро поднимаем флаг и поем гимн Российской Федерации. Каждое утро мы делаем веселую зарядку. Скок, скачет все вокруг, прыг, скок, им не тесен лук. Льет свет солнце над землей, над всей планетой, радостной и молодой. В доме дружбы есть столовая, и в ней очень вкусно кормят. Да-да-да, да-да-да, полезная еда. Да-да-да, да-да-да, хорошая еда. Ням-ням, ам-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням. В этом доме дружбы есть такая интересная детская площадка. На ней мы качаемся на качелях, крутимся на каруселях, бегаем за другом, веселимся. Надо спортом увлекаться, заниматься каждый день. Надо мне тренироваться и не слушать лень. Надо спортом увлекаться, заниматься каждый день. Надо мне тренироваться и не слушать лень. Мне так нравятся музыкальные занятия. На занятиях мы поем песни и играем на музыкальных инструментах. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга. А в мастерской глины мы лепим такие узоры из глины, и чашки, и тарелки, и даже украшения. Если глину в руки взять и от всей души помять, может получиться славная вещица. Мама, ты знаешь, мы ездили в зоопарк и видели там белых медведей, жирафа, тигра, лису и даже орла. А глупая обезьяна украла у меня очки. А еще мы ездили в центр кормить лошадей. Они такие хорошие. Мама, мне так нравится в этом доме дружбы. Я нашел здесь много-много-много друзей. Здесь все такие разные, но все такие классные.